В общем, мне нужно было проехать к дому. Вот, здесь поставили знак, так как там вдалеке делают какие-то работы, кран. Но мне туда не нужно, мне нужно до них. Вот, сотрудник полиции. Там красный, там зеленый. Вон горит, сотрудник горит, полиции. Горит. Давайте значит, перейдем жетон. На эту сторону. Не горит. Жетон. Вот это сотрудник полиции, жетон 0344. Внизу 07. Меня не пропускает. Я говорю, что я там живу. Вот, он меня не пускает. Я сейчас с маленьким ребенком. Вот, до меня проехало две машины. Вот, проехал две машины до меня. Он ничего не сделал. Вот, я хотела проехать. Он мне дернул ручку. Ребенок мой испугался, начал плакать. Вот, я вышла, чтобы успокоить ребенка. Он забрал у меня ключи от машины. Безосновательно. Вот, ключи мне не отдает. Представьтесь, пожалуйста, как вас звать? Лейтенант полиции Дуйсенов. Лейтенант полиции Дуйсенов, да? Дуйсенов. Как вас зовут? Нурлан. Нурлан. Дуйсенов Нурлан. Он забрал ключи без основания. Вот, машины ездят туда-сюда, разворачиваются. Он их не трогает. Получается, мне он ключи не отдает. Вот. Говорит, убери машину, но ключи не отдает. Как мне ее убрать, я не знаю. Я с маленьким ребенком нахожусь. Я вам удостоверение свое, Владимирское, показала. Вы не имеете права забрать мои ключи. Вот машина проехала. Вот машина проехала. Он вот так вот сделал. Вот.